Гоша Крымский. Опять наклепал какую-то гноту? Дед любит видеоигры на протяжении 5 минут. Ссылка удалена. Компьютерные игры спасают от одиночества. Гоша Крымский. Что? Что это такое? Всем привет, друзья. Блять, это нихуя не смешно. У меня нынешние ролики начинаются с похлопываний. Всем привет. Потому что я, чтобы мне потом легче было звук сводить, я вот так делаю. Начинаем. Вы что, рофлите? Ну это какая-то пенис-реальность. Это то, что уже ненормально. Вот, видите, ребят? Во-во-во-во-во. Вот. Вот, смотрите, ребят. Смотрите. Смотрите внимательно. Вот. Это один из моментов, когда я снимал Суперкорову. Смотрите, как я начинаю обычно. Чтоб потом легче было сводить, блядь, я обязательно хлопаю. Все ролики с камеры, так или иначе, когда я снимал, я всегда, когда снимаю себя на камеру, я всегда сначала хлопаю, чтобы потом перед выходом легче было, во время монтажа было легче сводить видос с камеры и звук с микрофона. Ладно, погнали, давайте посмотрим, что это за дед такой. Привет, друзья, я снова с вами, я немножко, была у меня пауза. Это буквально ролик, это не смешно. Вот у меня сегодня выйдут 3 ролика. Там один из роликов, он буквально вот так и начинается. Вот он буквально так и начинается. Это... Всем привет, друзья. Я снова с вами. Я немножко... Была у меня пауза. Технические были там свои неисправности с телефоном, но все... Не сегодня, в этом месяце 3 ролика выйдет. Какой сегодня? Ну, дурак. Налажено, все хорошо. И я сейчас сижу дома... На улице крымская зима, мокрая, туманная, липкая, скользкая. На мотоцикле я никуда не могу поехать. Грязь по колено. Запасся продуктами. Спасибо за донейшены. Кто помог? Вообще очень здорово. Оплатил электричество. И сижу дома. И это играю мы. В компьютерные игрушки. Вот у меня есть классная игра Horizon Zero. Там девчонка бегает такая, с луком стреляет, постапокалипсис. Вот этот человек и неиронично любит игры, ребят. Доктор вот. Фаха переподписан 9 месяцев. Давайте, ребята, все дружно будем ему завидовать. В фантастическом мире, огромный открытый мир. Вот такие я люблю игры, именно произведения искусства, это от Sony. Вот вы понимаете, насколько разница? Вот если бы сейчас вот тут сидел я, и у меня было бы включено на мониторе... Horizon, то я бы сидел, ребята, привет, это я. Я сделал себя тише или ролик громче, все понял, я сделаю микрофон потише. Вот, если бы это был я, то я бы сейчас сидел и говорил бы, ребята, Horizon, каловая хуета, если вам нравится Horizon, блять, я ваш рот наоборот. Вот так. Компания игра. Вот у меня такой большой монитор, ну и компьютер. 4-ядерный процессор, NVIDIA 1060, видеокарта 16 гигабайт. РЖД собирал, кстати. Оперативы. Ну, так не сказать, буду самый свежий, но так, на минималочках, ну, компьютер тянет. Да. И все-таки какой кайф компьютер, я вам говорю. Я бы, наверное, бы вообще с ума сошел, если бы у меня не было компьютера. Если бы не компьютер, я бы с ума не сошел. Вот какая разница все-таки. Вот если бы не компьютер, я бы не спятил. Мне хоть и 50 лет, но я все равно играю в компьютерные игрушки. А играю я в компьютерные игрушки, сейчас вам скажу, с 80-х еще годов. Я еще за границей, в Чехословакии, в то еще жил, в советские времена, с родителями. Я детство провел в Европе. И там я уже ходил на игровые автоматы, где были цветные компьютерные игры. Это было, и все, я так влюбился. Потом приехал... Феодосию и ходил в компьютерный кружок в 88 году. Были на кассетах, БК-0010 такие, с кассет заводились. А потом у меня появился ZX Spectrum. Это такой аналог английского компьютера Sinclair. И... Ну, кстати, Spectrum, по факту, это был ПК, но многие его использовали как консоль. Многие до сих пор считают Spectrum, по факту, игровой консолью тех времен. Потому что Spectrum тогда игр дохуя выходило. И игры, кстати, были абсолютно замечательными.
Абсолютно замечательно. И на кассетах были уже иностранные игрушки. Это было так круто вообще. К телевизору подключали. Это да, было. Но вот дожился до хорошего компа, потом... Такая ситуация, кстати, с Commodore была. Я же не напутал Z-Spectrum. Поменяю процессор. У меня AMD процессор на 8-ядерный. Ну да, реально RGD собирал. Потом поменяю. Ну... Пойдет. Поиграться можно. Даже в современные кое-как можно поиграться. Да, и чем, что я скажу... Да, мое черное зеркало. Вообще, компьютерные игры очень выручают. И ничего в этом плохого нет. Это лучше, чем бухать где-то там, валяться в грязи. Ну, это лучше правда. Лучше поиграть. А я и бухал, и валялся в грязи, всякое было в жизни. Ну, это, походу, у всех, кто игры любит, есть... Но это какое-то сопряжение сфер из Ведьмака, ребят. Это не смешно. Лучше поиграть в игру. И целее будешь, и дома сидишь. И вообще компьютерные игры очень хорошо сублимировать, когда у тебя нет, ну, нет женщины. Слышал, Поднебесный? В игрушки играй. Нету семьи. И, ну, и чтобы не заниматься всяким алкоголизмом и прочими грехами, то... Лучше дома поиграть. Поэтому всем советую, если вам скучно, заводите себе компьютер или ноутбук, или хотя бы там мобильник и играйте. Это очень отвлекает. Очень отвлекает вообще от депрессии, от всего. На мне лично проверено. Не будь компьютер... Ребят, доты это не касается. Доты это не касается. Если вы будете играть в доту, депрессия не уйдет, я сразу говорю. Теперь не знаю, что бы было. Поэтому... И мне нравится. Компьютерные игры, если хорошие, это произведение искусства. Это не просто... Это прямо вот играешь, особенно такие вот игры, как это. Играешь, как будто ты книгу какую-то фантастическую читаешь. То есть, ну, там разные стили, разные жанры, разным людям нравится. Но вообще компьютерные игры очень сильно спасают от... одиночества, особенно вот в такую слякоть, когда нет общения с людьми. Да, у меня нет общения с людьми. У меня нет общения с людьми практически. Ну, такая вот обратная сторона крымской зимы. Да, здесь такое есть. Все запираются, все не общаются. Но кто-то общается, ну, видите, у меня, может, уже возраст не тот. Уже собеседники должны быть какие-то интересные. Ну, а их не так много. Ну, есть у меня немножко друзей. Ой, ну я так люблю, и всем советую вообще, не чурайтесь, не бойтесь, сколько вы там лет вам не было, играйтесь в компьютерные игры, это нормально. С вами Гоша Крымский, всем счастья и любви. Чем бы дитя не чешилось, лишь бы не бухало. Намасте. Блин, лайк поставлю прям, что-то прям хорошо на душе стало. Да, поблагодарим, благословим алгоритм YouTube за то, что подарили нам этого прекрасного человека. Да, ничего, ребята, скоро крымская зима закончится. Скоро крымская зима закончится, ребята. Что-то аж грустняшку словил, блядь, с такого замечательного видоса. Хороший дедушка. Хороший. Ладно, ребят, давайте тогда на сегодня заканчивать. На сегодня, я думаю, ребята, усё. До скорых встреч и пока.